И когда она кончила песню и сказала слово «нонюдо», стало тихо, и слышен был полет бабочки. Те же двое оставили сосуд и ушли к подножью гор. Когда дорогу им прекратила река Сулима, один сказал: «Вот мой путь», и ступил, и вода приняла его. Тогда другой, имя которого было Харитон, просил ответа у реки, но не получил его и огорчился. «Я получил воздаяние за прошлое, которого не было», — сказал он. И он молился 3 дня и воздвигнул плотину. Но река вышла из берегов и, подобно морю, залила поля. Тогда он сказал: «Я получил воздаяние за прошлое, которого не было. Справедливо ли это?» Он молился 7 недель, и вулкан извергнул огонь. Пепел засыпал реку, и стала она подобна горящему жертвеннику у храма Тацу. Где ты в жопу? Один ноль.
Получается? Да, главное, быстро нажимай. Так, так. Хоп. Ну, видишь, что получается. А Word у вас что-нибудь есть? Word Perfect? Ага. Смотрим, До свидания. Счастливо, малыш. До свидания. Заходите, всего доброго. И DB 4 сетевую версию. Ладно, ладно, конечно. По поводу того, что вы просили, я завтра с ребятами поговорю. Ага. Хорошо? Хорошо. До свидания, всего доброго. Сейчас я все узнаем. Да, да, да. Девочки, все, все закрыто. Закрыто. Что все, такое? Завтра встретимся. Все, все. Так, закругляемся. Закругляемся. Как же так? Я же объяснял. Мне же за аренду надо платить. Это все не мое. Но поймите вы, наконец, у меня все бумаги. Я могу показать все здесь. Сейчас. Все бумаги, вот, пожалуйста. Сейчас. Все здесь. Потому что пожарная инспекция. Я говорил. Санэпидстанция приходила. Потом приходили из Ленэнерго. Я плачу. Я говорю, даже я должен с вами каким-то образом... Платить будешь? Слышь, кот, может, мне с тобой остаться до завтра, до утра? Двигай. Угу. Мне спокойнее будет. Давай. Хоп. Партизан. Манечка. Папа, папа. Ва-ва-ва-ва. Мама далеко?
36-й Антонова. Нет, ее, Антонова, 36-й. Значит, угрожали, вы утверждаете? Утверждаю. Эмоции. Одни эмоции. Кто-то в чем-то угрожает, вымогает. При чем тут квартира? Кто угрожал? Зачем ему это? Факты. Факты. Ну, а машина? Я же вам говорю, у них красная семерка всегда стоит там, около садика. Парил. Вы пишите. Пишите. А также кровавые ссадины. Вот здесь тоже. Следы побоев. И тут. Побоев. И переломы пальцев. Сейчас. Рук. Вот здесь. Потом. Пальцев. Рук. А это кто? Здесь протокол осмотра места происшествия. Вот здесь. Я не настаиваю. Это ваше право, как показал. Вы, как супруга погибшего, имеете право присутствовать при вскрытии трупа. Паша, зачем скрыть? Здесь тоже можно. Так положено. Ты можешь не ходить. И здесь? Вот тут. Пиши. Нет, а может тут? Нет, здесь вы пишите, что согласен. Я тебя отвезу. Костю, они мне ответят. Двадцать третий! Двадцать четвертый! Двадцать пятый!
26-й. 27-й. 28-й. 29-й. 30-й. 31-й. 32-й. 33-й. 34-й. 36-й. 37-й. Я устроюсь где-нибудь в уголочке, чтобы не мешать. Паш, что за вопросы? Располагайся, работай. Прямо здесь. Ага, хорошо, спасибо. Мне это всего на пару дней нужно. А что у тебя еще там? Да я тут все написал, смотри. Угу. Вот. Охота на лис? Нечто вроде. Есть тут один зверь. Ураган, я тайфун. Как слышите меня? Да-да, слышу. Даю пеленг остановки. Давай.
124. Ага. 124. Никем не замеченный прошел он туда, где был сад с зелеными деревьями, где люди были счастливы и радость была на их лицах. Дети их были здоровы, а жены также прекрасны и тучны, как свелая тыква. Тот же, кто охранял их, был от 28 головах, каждая из которых имела свое имя. А имя той головы, что была обращена к утренней луне, было нет. 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 Впервые вижу. Я понимаю, вы мне не верите, но я должен их найти. Они убили моего друга. Какой кошмар. Ну откуда я могу знать таких бандитов? Толя, ты что, вообще придурок, что ли, я не понимаю? Вы мне не верите. Ой, что вы, я такая доверчивая, всегда всем верю, а потом раскаиваюсь. Огонь! Thank you.
Надо лежать, а то кровь не остановится. О, так. Давай. Это кто? Ты же знаешь, чего спрашиваешь? Никого я не знаю. Знаешь, я видел. Да что ты видел? Подожди. Подожди. Слышь, подожди. Ну подожди, я тебе говорю, ну не уходи ты. Ты ничего не поняла там. Они убили моего друга, понимаешь? Ты должна мне помочь. Там остался ребенок. Я никому жена. Ничего не должна. Да понятно? Чего вы все боитесь? Ничего они не сделают, ты понимаешь? Да ты их ничего, не это уголовники. Ты мокрое, я их не боюсь, понимаешь? Ничего они мне не сделают, понимаешь? Посмотри на себя, на, полюбуйся. На, посмотри, мудак. Я тебе ключ оставлю. Закончишь? Там внизу на вахте. Сдай его. Угу. Хорошо, хорошо. А это что у тебя? Паша, что это? Паша. Раньше по вторникам, четвергам собирались. А сейчас не знаю, как Юс распорядиться. Какой Юс? Да есть там один. Я его плохо знаю. Называется профилакторий. Дура, потому что. Вот и привела.
все равно ты никого не накажешь. Ну-ка, сам нарвешься. Не устыдись вида моего, сказал он и сбросил одежды. В том было знамение. И тогда она воздела руки, как требовал закон, и начертала знак долга и повиновения. А был то полумесяц в руке и еще нечто о четырех граней на конце древка. И они сопрягались. Спокойно, ребята, только не надо так грубо. Спокойно, спокойно, только не надо так грубо. Да никуда они не денутся, у них барахла на 40 штук. Все, гуляй.
Лишний раз сюда не шатайся, надо будет, сам тебя найду. Ты же совсем закопался, такой крутой прямо академик. Для тебя, фраер, я есть академик. Сказано не шатайся, значит, не шатайся. Еще слабов своих сюда приведи. Завтра перечислю. Лучше сегодня. Будет выполнено. Спасибо, не хочется. Дела. Э, а ну! Да, да. Э, это что? Ну, открой, падла! Ух ты! Открой!
Ну что, говорить будем? Да пошел ты! Перестань-ка давать, падла! Успокоились? Что тебе надо? Мне нужен один человек. А ты кто? Повторяю, мне нужен один человек. Мы сейчас какие? Какой человек? Какой? Где мы тебя возьмем, человека? Жить хотите? Отдадите человека. Кого тебе? Юса. Какого Юса? Мы не знаем никакого Юса. Адреса, фамилии, явки, кто кому давал, сколько, все дела? В 2 часа ночи. Ваши или нет? Один. Давай. Здравствуйте. Здравствуйте. Вызывай милицию! Сдавай их к чертовой матери сам! В чем дело? Андрюша, выйди, нам поговорить надо. А тебе особое приглашение? Когда? Только что Феликс звонил. Их там на месте взяли, в мастерской. Ты не заводись раньше времени. Да я не завожусь. Но я же тебя знаю. Наломаешь дров, а потом начинаешь соображать. Тебя-то они в любом случае не заложат. Да это понятно. Ну ладно, звенеть не надо. С тихим я сам разберусь. Ты меня поняла? Пошла вон. Вон девушка.
лучше иметь дело с такими сопляками, чем с уголовниками. У них за каждым хвост. Все жмешься. Жадность фрая разгубила. Будешь жаться. Ты же знаешь, сколько я отстегиваю. Все отстегивают. Человечек. Странно. Только что работал. Буквально 5 минут назад. Может, здесь? Заткнись. Я жду звонка. Алло, бюро ремонта? У меня телефон не работает. Да. Это вам повезло, что у меня новый аппарат оказался под рукой. А то, знаете, пока выпишешь, пока получишь, что кладовщика нет, то еще, как всегда, что-нибудь. Хороший. Хороший. Хороший собак. Умный. Хороший. Хороший. Веди его. Ко мне. Ко мне. Место. Номер счета. Да, пишу. 696-58-319. Завтра же перечислю всю сумму. Сегодня. Спокойно. Без нервов. Зачем так громко? Спокойно. Тихо. Все в порядке, ребята. Быстро! 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 Давай, быстрее! Их выпустили. Они сейчас сюда явятся, давай. Так, Андрюша, что ты сидишь, что лох несчастный? Думаешь, сдал в милицию и все, да? А дела-то нет. Ну, а? Ну, они же ведь залезли в это... Куда залезли? Потом залезли с пьяну в чужую мастерскую. Ой, простите, девочка, мы не
нечаянно. Одел на копейку. Да подожди. Ты что, ты сидишь-то как пень? Не галди. Зачем мне бежать, если они меня не знают? Они же меня в лицо не видят. Не видели они его. Да зачем им твоя физиономия, когда у них эти кооператоры есть? Которым ты с дуру мастерскую спас. Мужичкам повертели перед глазами, у тебя полные штаны. Тут же с потрохами и заложили. Ну что ж ты сидишь-то? Вставай же ты! Это берешь? Нет. Колсу берешь? Так. Футболку белую берешь? Возьми. А пиджак? Пиджак не знаю, может пригодится еще. И эту штуку подай тоже. Слушай, а куда я пойду? Ой, какая разница, лишь бы слинять отсюда побыстрее. Может, ко мне? К тебе? Да. Ладно, все, идем. Что милиция? Ну что? Сидят люди в машине, никого не трогают. Что ты им сделаешь? Ты же пусть не поставишь в свои двери, правильно? 41-й, Григорьев. Хорошо. 42-й, Ионова. Ионова есть? Нет, не Ионова. Значит, подчеркиваем Ионова, 42-я. Значит, следующий каждый подвигается на один номер. Вы чувствуете это, да? 43-й бывший. Кривцова. 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 Я. 44-й Мукарина. 44-й Мукарина не слышно. Подчеркиваем. 44-й Мукарина. А, черт. Так это значит, Юс вас заставлял, я правильно понял? Юс, ну, конечно, Юс, мы же не темнее. Да подожди, шестерки. Я тебе говорил, телефончик я тебе дал. Я тебе дал телефончик. Слышал? Слышал. Узнаешь друзей? Узнаю. Они сейчас на Кировском 10, во дворе. Неправильно. Нет. Лазу сурный берег, чайки над кормой, все хорошо у нас с тобой. Медовый месяц, белый пароход, цветной садок.
боже мой. Стой, не дергайся. Били. Сразу не сообразил. Я думал, они в ментовке кололись. Кто бы их выпустил с такими показаниями, последней своей извилиной сообразил бы, кретин. Ну, а кто же их колол? Вот с этого надо было начинать, тупица. Теперь поди их спроси на том свете. Лука, наверное. Лука. Ну, ладно, ну, что там? Ну, погорячился. Ты же меня знаешь. Ладно, черт с тобой. Если мне один человечек, что-нибудь придумаем. Пошел вон. 154 раз, 154 два, 154 три. Продано. Коллекция старинной бронзы продана у нас за 154 тысячи рублей 17 номеру. И последний предмет из той же коллекции, 70-й лот, каминные часы школы Алексиуса фон Мейнинга. Первоначальная стоимость 5 500 рублей. Кто больше? Шесть тысяч. 6 500. 7 000. 7 500. 8 000. 8 000 раз. 8 000. 8 500. 9 000. 9 500 раз. 10 000. 11 000 раз. 11 2. 12 000. 12 000 раз. 13. 13 000 раз. 13 2. 13 000. 20. 12 оборотов ключом. Больше ничего не требуется. Это же настоящий Клеменс. Прекрасный механизм, отличная вещь. Вы никогда не пожалеете, что купили. Что же вы продали такую вещь? Мы набирали бронзу для интерьера ретро-гостиницы. Но вы же знаете, как иногда бывает. Заказ не состоялся, договор аннулировали. Ну, а хранить у себя такие дорогие вещи. Вы же знаете, какая сейчас обстановка. Бандитизм, рэкет. Да, хорошо знаю. До свидания. Всего доброго. Всего хорошего. Он увидел двух стоящих на камне. Один был опоясан мечом и в руке, воздетой к небу, держал священный знак Аямусы. В другой руке у него весы, показывающие равновесие в знак того, что судит справедливо. Кому же прикасался он священным скипетром, тот изливал счастливую слезу, если же был он праведником и питался лишь коренями злаков и водой. У иных же грешных или тех, кто не исполняет утренний понос, вместо слез вытекали глаза и падали на землю. И тем было великое прощение, и были они счастливы.
Я боюсь. Понимаешь? Я боюсь. За тебя. Ну что, едем отсюда? Куда? А куда угодно. Домой тебе все равно нельзя. Рано или поздно они тебя вычислят. Это неизвестно, кто кого вычислит. А за Костю они мне ответят. От себя. Только смотри, не забейте. Смелее, сынок. Заходи. А это кто такой? Иди ко мне, маленький. Иди. Не бойся. А мы тут гадаем, кто это нам мозги пудрит. Подержи его. Сейчас приготовлюсь. Я тебя... Ты чё, мужик? Ты чё? Мужик? Спокойно. Ты чё? Ну, зачем же так грубо, а? Слушай.
По третьему знаку ангела пелена сошла с его глаз. И вот что увидел он. То было красное поле, на нем же зерна мускуса лежали, образуя прекрасную фигуру, сходную с тенью нехолощенного змея. Когда же доходила песня до слова «Ури», память покидала тех, кто слушал ее. И он отпустил им, что обещал. И был это лист. Хороши работнички, нечего сказать. Нет, Юс, в этом деле я тебе не советчик. А мне-то что? Что тебя там кто-то фотографирует? Ну, если знаешь, тем более. Знаю, конечно, но мне раньше в голову не приходило, что это он. Ты же помнишь, я думал, это Легавка. Да нет. Легавка так не работает, я-то знаю. Так теперь я вижу, по фотографиям ясно, что из его окна снимали. Ну, в общем, ты не волнуйся, я разберусь. Ты разбирайся. Только время не тяни. До завтра же. И вот еще что. Главное, негативы. Хочешь спать спокойно, найди негативы для меня. Да я из него негативы выдавлю вместе с гав... Гарантия абсолютная. Вы можете не волноваться. Если в течение нескольких минут вы не набрали шифр, тут же выезжает наряд милиции. Плоскогубчики подайте. Ну, а если они залезли и взяли все, что нужно, и успели удрать, что тогда? Так ведь на все про все у них минут пять, не больше. Да и потом, кто же знает, что у вас квартира под охраной? Взломщик-то этого не знает. Значит, пять минут. Делать им больше нечего, в эту трущобу ломиться. Что такое? Пожалуйста, что случилось? Они тебя нашли! Я прошу, они тебя нашли, Паша! Уйди отсюда! Они, Паша, они тебя убьют! Не пойду, никуда не пойду, никуда! Уйди! Ну иди, ты не пойду! Не пойду, я никуда не пойду! Уйди! Я без тебя не уйду! Уйди! Умоляю тебя, пожалуйста, уйди! Уйди, ради Бога! Пожалуйста, я прошу тебя! Уйди! Скорее, уйди! Thank you.
Принято под охрану. А в карточке записано. Нет. Значит, не снимал. А что сработало? Сработало. Новенький что-нибудь напутал. Случится негативы, материалы будут где следует. Ух ты, давай! Наберешь себе новых жлобов. Свято место пусто не бывает. У тебя выпить найдется? Перебьешься. Нашел себе шалман. Сделай ему чай. Thank you.
тебе сам в клюве принесет. Я говорю, успокой собаку. Убери ее совсем. Он будет на коленях ползать, чтобы ты их взял. Есть тут у меня один человечек. Иди сюда. Смотри. Еще кусается гнида. Кто это? Кролик, ты что ли? Она, кто еще? Вставай, сучка. Вставай. Расскажи, как друзей продаешь. Черт, зачем? Что это такое? Дай пройти, подожди. Это спички были. Пробки были. Это свечи. Молился еще полный век, и земля расступилась, и обнажились корни священной сосны. Раскрылись корни так же, как это делает женщина, желая понести. И был там серебряный лук. Трижды тянул он лук, пока не придал ему форму любящего сердца, и тогда пустил стрелу в духа реки и стало тихо. По истечении же этих 74 лет приснилась ему дева со соколом на плече. Тогда явились 7 старцев седовласых, и означали они 7 степеней удушья. Сели они в круг и сказавши: «Радуйся, огонь духа!» Съели того сокола и томились от боли. И сказали они Харитону: «Ты можешь победить реку, но ты не можешь вернуть жизнь». Не понял. Не валяй дурака. Бери карандаш и пиши номер 691-519-84. Вопросы есть? Нет.